Сегодня мы порежем Титан VT1.0 лазером и посмотрим, как это будет выглядеть. Меня зовут Виктор, это канал Лазеркат. Погнали! Титан VT1.0 – это одна из самых популярных марок титана на российском рынке. Из него изготавливают практически все – от реакторов до трубопроводов. Выпускается он в форме листов, труб и других вариантах. Маркировка VT1.0 означает следующее. Буква «В» говорит о том, что этот материал был разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов. Буква «Т» означает, собственно, сам металл, титан, а цифры 1.0 – это порядковый номер сплава. Титан марки VT1.0 еще называют техническим. Массовая доля самого титана в нем около 99%, а остальных лигирующих, то есть улучшающих свойств, добавок минимальное количество. Например, алюминий добавляют для того, чтобы повысить стойкость, коррозии и прочность. Будем резать титан толщиной 0,8 мм на станке Watson 1313E с источником от IPG на 1,5 кВт. И уточним у специалиста по лазерной резке, какие есть нюансы обработки этого материала. Вот титан очень интересная вещь. Во-первых, почему? Если мы можем резать все на азоте, титан мы на азоте уже резать не можем. Нам нужен аргон. Почему? Потому что азот является псевдоинертным газом. Он не вступает в реакцию с нержавейкой, с алюминием, но с титаном он вступит в реакцию и даст желтую кромку. Поэтому мы берем аргон. Ну, а в остальном мы режем так же, как и все, что на отрицательном фокусе. Это отрицательный фокус, сопло одинарное, ближе к металлу, и он еще красиво искрит, когда режет. Самое главное в титане. Мы разрезали лазером титан марки VT1.0, и вот что из этого вышло. Виктор, это канал Лазеркат. Пишите в комментариях резку, какого материала лазером вы еще хотите увидеть. Ну и тут, может, резать начнем? Латунь. L63 из категории двухкомпонентных.